Пожар на проспекте Нариманова создал автомобильный затор в направлении севера сегодняшним утром. Горел нежилой дом под номером 74, жильцов расселили из аварийного здания осенью, как раз после очередного пожара. В 6 утра, когда на вызов приехала бригада, в части огонь охватил первый этаж, была угроза возгорания второго. К половине девятого горение было полностью ликвидировано.